В этом году Ульяновский государственный академический симфонический оркестр губернаторский отмечает 55 лет со дня основания. В разные годы с коллективом работали мастера дирижерского искусства, каждый из которых внес свою лепту в развитие оркестра. Сегодня художественным руководителем и дирижером, который в юбилейный вечер стоял за дирижерским пультом, является Андрей Данилов. С ним нам удалось пообщаться в перерыве между репетициями. Андрей Ефимович, вы почти год возглавляете, являетесь художественным руководителем, дирижером оркестра симфонического Ульяновского. Что вы можете сказать о работе с Ульяновским нашим оркестром? Оркестр наш замечательный, полон талантливых, сплошь талантливыми музыкантами наполнен. И, конечно, это большая честь и радость для меня работать с ними. Оркестр, который имеет давние традиции, как раз в этот день 55-летнего юбилея мы вспоминаем о них. Оркестр, который известен на всю Россию и даже за ее пределами, гастролирует и в столицах, и в городах других регионов. Поэтому, конечно, этот оркестр настраивает на особый лад. Ну, мне кажется, особую творческую атмосферу, потому что я вижу музыкантов, которые хотят работать, хотят заниматься любимым делом и творить, и дарить радость искусства нашим любимым слушателям в Ульяновске. Так что оркестр состоит из множества неординарных, ярких и сильных личностей. Это всегда сложно, но интересно. Работать с ними, обмениваться мыслями, чувствами. В оркестре много музыкантов опытных, с большим стажем работы, и которые могут и сами поделиться важными знаниями. Так что это всегда такая комбинация, обмен общением, энергетикой. И я очень рад, что мы этот сезон провели вместе. Надеюсь, дальше будет только лучше. Но вы работали со многими зарубежными, и столичными оркестрами, и из других городов страны. Не жалеете, что переехали в Ульяновск и здесь работаете? Я работал во многих городах России и с столичными оркестрами выступал тоже немало. И работал в Новосибирске долгое время, в Перми и Самаре. Нет, Ульяновск для меня и привлекателен как город, и, так сказать, место силы. Мне очень нравится здесь, но также это ведь важно именно сам коллектив. Коллектив здесь является для города чем-то особенным. История его, и, в общем, это такой главный академический, и единственный коллектив, который именно симфонического направления, который, конечно, притягивает к себе внимание, и музыканты сюда съезжаются со всей страны. У нас очень много в оркестре работает выпускников других консерваторий, в том числе Москвы и Петербурга. Так что абсолютно естественно, что сюда приезжают и дирижеры из других городов. Я сам петербуржец, но рад и горд, что я работаю здесь, в Ульяновске. И не жалею нисколько. А влияет ли культура региона на состояние оркестра? Мне кажется, что это взаимные процессы. Но, конечно, оркестр может существовать сам по себе, как такое вот ядро, что ли, культурное, которое будет за собой вести культуру и развивать в том числе и наших слушателей, любителей музыки новыми произведениями, какими-то фестивалями и многими другими событиями. Но, безусловно, что мы зависим друг от друга, и главное – это понимание и поддержка со стороны правительства, со стороны многих организаций. Мы ее имеем, и я очень рад и благодарен и губернатору, и правительству области, которые поддерживают наш оркестр. И, конечно, благодарен нашим слушателям, поэтому их желание приходить на наши концерты и говорит об их культуре, об их образовании и желании услышать музыку, которая, конечно, обогащает всех нас. Так что, я думаю, это процессы взаимные.
Какие перемены произошли в оркестре вот за то время, пока вы являетесь художественным руководителем? Ну, я надеюсь, что перемены положительные. Оркестр работает и работает с энтузиазмом. Мы играем огромное количество концертов. Конечно, люди приходят новые, и это радостно. Слава Богу, мы сохраняем и костяк, который здесь работал многие годы. Так что, вот. Но у нас были интересные гастроли, фестиваль, который недавно прошел. Мне кажется, все это и есть обновление. Каждый наш новый концерт является чем-то новым, какое-то новое событие. И так и должно быть. Поэтому, ну, я считаю, что трудно говорить о каких-то переломных или там громадных сдвигах. Их, возможно, что их нет и не должно быть. Должно все постепенно, эволюционно развиваться. И от концерта к концерту мы должны чувствовать, как оркестры, дирижеры, мы чувствуем друг друга. И это все выливается в качественное, вдохновенное исполнение наших концертов. Ранее вы работали много с музыкальными театрами. Вот как-то отразилось на репертуаре, да, вот эта работа предыдущая? Да, действительно, я работал предыдущие годы в основном в оперных театрах. Сейчас я хотел бы привнести оперный репертуар в Ульяновск. И мы в течение этого сезона уже исполнили несколько концертов с вокалистами из оперных арий. Я сам дирижировал вечер опер «Верди и Пуччини». Совсем недавно на фестивале я стоял за пультом нашего концертного исполнения оперы «Алеко» Рахманинова. Так что у нас впереди еще есть планы по совместному исполнению оперных произведений с Самарским театром оперы и балета, да, и с другими оперными труппами. Мне кажется, это очень важно, чтобы оперная музыка звучала в Ульяновске. К сожалению, мы все знаем, что нет у нас театра, но мы стараемся как бы восполнить эту нишу. И для меня это очень приятно. Действительно, знаю много, большой репертуар, да, дирижировал многие годы оперные. Поэтому все вместе я стараюсь как бы сбалансировать в работе оркестра, конечно, традиционный симфонический и вот оперно-вокальный репертуар. Ну, и хотелось бы узнать о ваших предпочтениях. Какой палочкой вы дирижируете? Ну, мне кажется, что дирижерская палочка не самая важная в дирижерском искусстве. Конечно, иногда публике свойственно мистифицировать этот факт. Но ни ее длина, ни ее размеры и даже наличие дирижерской палочки в руке у дирижера не имеют принципиального значения. Мне кажется, дирижирование совсем, конечно, о другом. Но предпочтения музыкальные, творческие есть. И я стараюсь их воплощать, стараюсь играть много новой музыки, новой для оркестра, которая редко исполняется. И, конечно, в этом году было много Рахманинова. Это понятно, что у нас юбилей, 150-летие великого композитора. Это один из моих любимых авторов, поэтому тут все совпало. Я тоже дирижирую его произведения. Но мы впереди, у нас еще есть много планов, о которых я сейчас не буду, забегая вперед, говорить, но это и гастроли, и произведения, которые ранее редко звучали в Ульяновске, но, безусловно, достойны того, чтобы мы к ним обратились. Конечно, это много русской музыки, русская музыка – основа нашего репертуара, и всегда таковой будет. А вы репетировать любите утром или вечером? Это зависит не только от меня. Мы работаем всегда утром. Редко, когда у нас репетиции переносятся на вечер. Ну, я думаю, что для меня и для многих утро – это время активного труда. Так что я чувствую себя хорошо в первой половине дня. Классика для вас неприкосновенна? Классика, безусловно. Но классика включает в себя очень много различных и жанров. И вообще это понятие чрезвычайно широкая. Я бы сказал, академическая музыка есть. Но и в это можно включить и джаз, и
какие-то эстрадные обработки для симфонического оркестра, что тоже мы исполняем, это тоже часть нашего, да, репертуара. Но для академического оркестра, коим является Ульяновский симфонический, конечно, очень важно именно доносить до публики, делиться самыми гениальными произведениями классической, академической музыки, но разных веков. И 18-й, и 19-й, конечно, и 20-й. И даже сейчас мы пытаемся найти что-то, и будем искать из 21 века композиторов наших современников, которых тоже надо исполнять. Все это классическая музыка. А чем вы интересуетесь вне музыки? У меня не так много времени, но я очень люблю читать, гулять. Я люблю кино, и если есть спокойная минута, я смотрю какой-нибудь хороший фильм. Для меня это... Но есть самое прекрасное в отдыхе для меня – это быть на природе, честно говоря. Так что если мне удается пойти в лес или где-то еще побыть, это большое удовольствие для меня.